Последствия отражения ночной воздушной атаки ВСУ на областной центр в разных частях города. К примеру, здесь, на территории многоквартирного жилого дома, выбиты окна, посечен фасад и повреждены несколько автомобилей. Оперативные службы работают на месте. После того, как убедятся, что опасности нет, к работе приступают сотрудники Белгорблагоустройства. Убирают разбитые стекла, строительный мусор, обломки деревьев. В результате вражеского удара ущерб получили коммерческие объекты, машины, частные дома и многоэтажки. Вот что говорят владельцы поврежденных квартир. Это окна выбиты, видите, вот на третьем этаже. С этой стороны и на балконе вот выбито. Мне сын сейчас позвонил, говорит, пап, что там у тебя? Я говорю, не знаю, сынок. У меня, говорит, только два стекла в зале и на кухне. Обломки сбитых снарядов даже в подъездах и на прилегающих к домам территориях. Некоторые площадки оцеплены из-за риска падения оконных рам и стекол. Места патрулируют оперативные службы и бойцы добровольной территориальной самообороны. Людей просят не заходить за ленты и соблюдать правила безопасности. Всего же после вечернего обстрела областной столицы, по предварительной информации, повреждения в 3 частных и 8 многоквартирных домах, 2 социальных объектах. Специалисты приступили к составлению первичных актов, после чего в работу включатся строители. Александр Харина, Эдуард Горелов, Владислав Григоров. Программа «Такой день» на Мире Белогорье.